Никогда не видел ничего эпичнее или мощной артиллерии. Видел только скукоту и бегство. Тогда тебе сюда. Ты попал в царство и империю Афанасии, где стоят надзорники и снайперы. Жители в бегстве прячутся за домами подальше от войны. Однако, рекомендую посмотреть трейлер 6 января 2023 года. Тарабарцы пробили стену снова. Они попутно бомбят своими самолетами, подрывая липучками все на своем пути. И С-4 начинает подрываться. Мирные крестьяне, жители, а также остальные в бегстве прячутся за церквями и своими домами, молясь, что их что-то спасет. Несмотря на это, Тарабарья кинула вызов Афанасии, и началась война. Внимание, передаем! Афанасийские войска уже здесь. Они стали защищать от тарабарцев. Чуть-чуть залез. Они лезут на башню, чтобы защищать от тарабарцев. С авиаракурса в деревне выглядит именно так. Воюйте за Тарабарью и молитесь за ее жизнь. Полетели ракеты. Тарабарцы начинают атаку на наших жителей. Военные пытаются отбиться. У них это наполовину получается. Остальные идут воевать. Зовем на армию, зовем на фронт. Воюйте за Афанасию. Да, получай, да! Сейчас мы им устроим бабах тут. И взрыв. Да, воюйте! Нападайте! День войны, жестокая, жесточайшая войны. Они окружили афанасийцев. Они летят! Бомбят! Они бомбят! Они бомбят все самолетами! Они сейчас уничтожат кактус! Наш великий кактус! Они уничтожают все! Господи! Какого черта к чертовой матери все это? Нападение! Красные на нас нападают! Убивайте их! Убивайте! Помогите! Внимание, сэр, вторая волна! Они отпустили бур! Они отпустили большущий бур! Летящий, уничтожающий все на прямом пути! Вот черт, сколько можно! Новая волна! Новая разбомбы! Они снова пуляют ракеты! Они попутно все уничтожают в деревне! Они пытаются окупить все! Они попутно уничтожают все! Они пытаются захватить нашу стену и всю деревню! Так, надо бежать! На фронт! Так, тарабарцы! Как я их ненавижу! Они все-таки решили на нас напасть! Где эти твари? Надо войну! Господи, как их много! Кидаю гранату! Ой! Господи! Сэр, новая волна тарабарцев! Они атакуют статую! Великую статую! Беда!
Дедушек! Они отправили видео! Отправят! Сейчас! И тыч! Саду! Они разрушали! Ай, боже мой! Господи! Как они меня достали! Надо идти! Помогите! Помогите! Они здесь! На! Блин! Господи! Помогите мне! Афанансийцы! Освобождайте империю от оккупации! Внимание! Тарабарцы пытаются оккупить нашу землю! Внимание! Тарабарцы пытаются оккупить землю! Уничтожайте и убивайте их и их технику! Сейчас я покажу им! Сейчас такой бабах устрою! Все, активируем! Активируем, да! Активируй! Сейчас будет взрыв! Вам сейчас будет конец! Мы оккупируем вашу зону! Вам ни за что не взять Афанасия! Афанасия наша! Отбил последнего! Афанасийцы такие недоумки! Мы должны их убить! Давай взрывчатку! Активированное уже! Все, ставь! Так! Все пошло! По плану! Сейчас взорвем все! Стена разбита! Вперед, вперед, вперед! Вперед! Их тут так много! Помогите! Афанасия не сдается! Наш флаг! Мы захватим его! Внимание, тарабарец снова пускает мощную технику! Попутно уничтожая все у нас! Мы не можем никак отбиться! Пытаемся, у нас не получается! Какой я мокрый! Тарабарца, мне видать землю, подойди! Это наше место! Ай, господи! Ай, моя нога! Из одного выпала у меня взрывчатка. Я понял, как ее использовать. Так, ребята, я нахожусь на войне. Сейчас у нас здесь война. Тарабария напала на нас, на Афанасию. Сейчас они пускают новую волну. И, кстати, я у одного из них украл вот это. Я смог стырить вот это вот. Как оно называется? Улучшенное, карьерное, взрывчатка. И я понял, как их использовать. Сейчас я их приманю сюда. Ребята, это мои секунды. Я, возможно, могу сдохнуть. Это опасно вообще. Так, где их волна? Так, ставим. Теперь нам нужно сюда. Он меня пытается догнать. Так. Есть. Что? Что случилось? Где я? Ха-ха! В ловушке, да? Сам в свою ловушку кинулся. Я тебя сейчас пристрелю. Как мне отсюда выбраться теперь? На! Так, ребята, я нахожусь здесь. Я его убил. Так. Как его... Ой, блин. Господи, блин, как меня это все задолбало! Почему у нас война началась? Так, надо пройти по территории. Сэр, поймите, тарабарцы непростые. Они атакуют все. На кого нападают, массово начинают атаковать по новой волне. Поберегитесь! Второй самолет на королевское царство! Вертолет стоит над королевским царством и начинает бомбить его по полной. О нет, только не кактус. Они сейчас уничтожат кактус. Они на вертолете там, взрывчатник.
Они выломают кактус нам! Господи, как много времени прошло! Ой, я смог забраться на кактус. Что? Я нашел базуку какую-то. Теперь я понял. Сейчас будем выстреливать в них. С этой базуки. Я вижу самолет. Так, целимся. Да! Да! Попал! Попал! Нет. Нет, не попал. Здесь где-то ракета была. Вот она, ракета. Вот он. Я что-то там вижу. Я что-то вижу там, сверху. Попал, я попал. Первый самолет был удачно сбит. Самолет был сбит, повторяю, самолет был сбит. Второй летит. Внимание, второй. Второй полетел. Он уничтожающий. Он летит прямо в здание. Внимание, самолет был сбит. Массовые нападки. Господи, что делать теперь? Так, ребята, надо идти бежать. Господи, как я подвернулся. Надо все равно бежать. За землю стоять надо. Это мы должны. Тарабарцы ни в какую не хотели даже отступать от оккупации. Надо защищать! Ребята, я уже не понимаю, что делать. Так, где они? Где эти тарабарцы? Вот они стоят. Вперед на них. Так, где это? Вот так. Нет, моя граната отскочила. Блин. Так, придется выстреливать их. Больше ни в какую. Господи. Главное, чтобы они не тронули там. Так, ребята, я не пойму, что делать. Здесь афанансийцы не могут дойти до этих тарабарцев. И тарабарцы на нас нападают, блин. Почему именно на нас? Так. Так, ребята, перезаряжаем. Перезарядка. Срочно. Так. На. Блин. Они воюют. Так. Надо пойти и посмотреть каждый уголок. Каждый божий уголок здесь. Блин, они там. Они там. Так. Так у меня ничего нету. Срочно надо бежать. Погодите. Это что за место? Что это такое? Что за стрелки? Тарабарцы. О, стоп. Я что-то вижу. Стоять, там явно что-то есть. Так, это что такое? Господи. Что это за дырень тут такая? Ой, блин, как темно. Ладно, пройду-ка сюда. О, господи, это же круто! Из него выпала улучшенная карьерная взрывчатка. Что? Что это еще было? У меня что-то не то. Внимание, новое вторжение! Они снова запустили ракеты! И уже разрушают все дома! Они пролетают очень быстро! Уничтожая попутно всю деревню. Деревня почти уничтожена. Мы доживем до второго дня или нет? Мы не знаем. Короче, в общем. Так, ребята, нам нужно идти срочно. Срочно, чтобы... Ой, блин, господи, как тут все пробито и забито. Ладно. Нам нужно идти. Нет, блин. Тут такая дрянь! Блин, господи! Они пытаются так окупить. Зачем уничтожать, раз пытаетесь окупить? Совсем ненормальные. Мой дом! Нет. Они мой дом сломали.
мой жилой дом. Они сломали его. Тут все поломато. Так, главное без паники. Так, ладно. Нечего кричать. В общем, этот... Да, что такое? Короче... Короче, смотри, у меня вот это. Я нашел вот это. Что это такое? Скажи мне. Карьерная активированная взрывчатка, которую стоит только положить и нажать на кнопочку, чтобы она моментально начала свой обратный отсчет. Это капец. Используй это против тарабарцев. В качестве нападения на них мы будем использовать их же оружие. Их же оружие. А пока воюй. Я тебя понял. Хорошо. Сейчас мне надо идти куда-то. Новая волна тарабарцев. Новая волна тарабарцев. Господи, надо идти. Блин, это прямая война здесь уже. Сдохните. Они идут сюда. Афанансийцы, защищайте. Блин, помогите. Из одного что-то выпало. Блин. Блин. Тупые тарабарцы. Опа, как будто я его не вижу, да? За кустами решил спрятаться. Тварюга. Помогите. Нет, у меня же автомат. Идейка. Господи. Блин. Надо срочно туда. Их туда срочно. Ай, блин. Короче, все. Вот сюда. Ставим. Блин, какие же они сильные. Нет, нет, нет. Все, я теперь понял, что делать. Все, нет, у меня второе уже ломается. Так, отлично. Так, теперь мы будем их выстреливать отсюда. Так, где он? Сдохни. Так, ребята. Так, нам придется опять здесь под собой поставить блоки. У меня уже броня вся. Не броня, а вот эти все у меня сломалось. Так, но мы защитились от этих тарабарцев. Нет, вот они еще. Вот они где. Ребята. Надо их отстреливать. Господи, как они меня задолбали. Достали меня уже. Меня бесят эти тарабарцы. Сколько можно уже? Они букву сломали. Внимание, внимание. Что-то летит сюда. Они установили повсюду карьерные взрывчатки. И сейчас они могут взорваться. Извиняюсь за ошибку, могут взорваться. Поэтому быстрее, саперы, идите освобождать. Взрывы пошли. Саперов больше нету. Саперы не знают, что делать. Они успели все заложить. Боевую технику. Королевство разрушается. Они добираются до короля, попросту уничтожая пожилые дома. И все на своем кругу. И ферму тоже. Господи, твою ж душу! Надо срочно их обезвреживать! Господи! Блин! Меня уже это все... Как меня это все бесит! Стоп! Я что-то получил! Я получил это! Это какая-то вещь непонятная! Стоп! Это детонатор! Так! Такой он, блин, липучий! Как его взять? Он что, ломается, что ли? Что с ним? Нет, он сломался. Так, ребята, я понял. Эти детонаторы очень опасная вещь. Господи, как они нам все тут сломали. Внимание, новая волна. Они с вертолета сейчас.
взрывает все попросту. Вертолетом уничтожает все, даже стену. Афанасия пытается справляться, однако они оказались чуть-чуть сильнее и ломают абсолютно все. Это их прямая трансляция и запись показана нам. В случае чего мы должны просто им не дать нам атаковать. Нас атаковать не должны они. Господи, как тут все сломано! Они все сломали! Боже мой! Боже мой! Они все тут разломали, разгромили! Тут все разгромлено! Господи, мы не знаем, что делать! Что тут такое творится? Я не пойму! Так, ребята, посмотрите просто. Все сломано. Категорически все сломано. Внимание! Тарабарцы успели принести свой флаг сюда, чтобы заменить их нашим. Внимание! Они принесли свой флаг сюда. Что? Блин, где они? Где они? Опачки, сейчас прицелюсь-ка в него и... На! На! Упади, разгромись, чтоб ты не жил. Так, ребят, нам нужно срочно туда. Ай, блин, какая плохая идея была. Ай, блин, что теперь мне делать? Как мне отсюда выбраться? Блин, придется по камням лазить. Или нет? Что мне делать? Идея. Попытаюсь сдвинуть эту землю. Эту землю попытаюсь сдвинуть. Так. Да, почти. Почти. Да, я поймал ее. У меня получилось. Так, где эти твари? Куда они принесли наш флаг? Тьфу ты, их флаг. Где их флаг? Их надо разгромить. Вы! Стоять, я что-то там вижу. Я вижу что-то там. Ребята, это вообще, блин, какая жесть. Они здесь, Их очень много. Они бьют очень больно. Срочно бежим. Так, получилось, все. Минус ваш флаг, вы не захватите нас. Блин, да, я уничтожил им флаг. Нечего было на нас нападать. Так, теперь надо разобраться, где они. Да, получи. Вот гад, блин. Главное не ныть. Так. Ребята, это очень опасное место. Блин, понимаете? Так, где эти тарабарцы? Где эти тарабарцы? Сколько уже время прошло? Ой. Блин, надо выйти отсюда. В общем, передавай. Так. Где эти тарабарцы? Я их хочу. Ай, блин. Я их хочу. Уже у меня желание их найти и убить. Так, стоп. Я вспомнил, где они. Вспомнил. Вот они. Вот они. Эти тарабарцы. Так, ребята. Они здесь. Все. Одного замочили. Разубили. Все. Сейчас мы найдем еще одну дырень. Мы сейчас через эту дырень пройдем и будем их уничтожать со всех сторон. Чё вы? Сдохните вы уже! Блин, как они меня бесят уже. Достали, тут ходят, бродят.
Так, ребята, где эти тарабарцы? Их надо найти. А блядь, где эти? Афанансия, мы тебя скоро уничтожим. Афанансийцы пошли защищаться и защищать свою землю. Так нет, это не должно так долго продолжаться. Мы должны отбиваться от этой войны. Так, где они? Где эти тарабарцы? Их надо убить, блин. Расстрелять всех. Абсолютно. Где они? Сейчас все найдем. Так, урожай. Все здесь растоптано. Вот они, эти тарабарцы. Они меня бьют. Господи. Настало время сделать это. Ай, они мне все сломали. Господи. Боже мой. Отстаньте от меня. Отстаньте. Все. Это как раз таки должно быть то, что их уничтожат. Да. Идите отсюда. Да. Я знаю, что делать теперь. Все. Я установил. Так, нужно выматываться отсюда просто. Да. Они туда упали. Пока время есть. Так. На! Умри. Сдохни, тарабарец. Сдохни. Так. Тут Афанансиец. Так. Последняя взрывчатка. Так, а нет, тут тарабарец. Тут еще один тарабарец. Я с ними разберусь. Срочно надо идти туда. Вверх. Пока они меня не прибили, не избили полностью. Так, что у нас тут есть? Расстрел. Так. Я почти поднялся. Они меня сталкивают, как только я выплываю. Надо что-то придумать. Вот он, сталкиватель. Столкнуть меня, да, решили? Раз, замочен. Да, вы сдохнете. Сдохнете в мучении. Осталось только это. Теперь надо их просто убить всех. Так. Куда же они все полетят? Блин. Тут надо еще что-то сделать. Ай, они меня убьют. Они меня сейчас убьют. Господи. Да. Они в ловушке. Я их расстреляю! Расстреляй! Надо расстрелять их! Я знаю, куда их применить бомбу! Я знаю, где эта тарабария находится! Я нападу на них! Срублю их флаг! Тарабарцы, внимание! Опять что-то делают! Они случайно попали под своими! Они все здесь разрушают. Но они попали по своим. И сейчас они боковым взрывом уничтожают всю стену. Черт! Как круто! Это круто просто! Ра! Под управлением находится какой-то Сэм Маллинсон. Он убивает всех. И все, что есть. Так. Они ведут прямую трансляцию по уничтожению всего жилого и живого. Они всех убивают и все уничтожают. У них много ракет. Они даже уничтожают целый кактус. И нападают сейчас на обсерваторию. Они разрушили верх обсерватории. И теперь улетают обратно. За заправкой в ракеты. Но!
что-то случается, и кто-то стреляет базукой. Так. Мне надо туда прицелиться! Ха! Полетело! На удивление, они сделали прямое попадание в самолет, который разбился. И разрушил стену. Этот самолет все продолжает падать и разбиваться. Однако молодцы те, кто выстрелил в этот самолет. И он сейчас падает. На удивление, самолет был полностью разбит. И с него выпали запчасти. Деревня была сломлена. Уже войска освобождают территорию полностью. Афанасия идет к победе и успеху. Получи! Я его нашел! Вот он, оккупант! Вот он, оккупант! Надо этого оккупанта мочить! Мочите! Вот он там! Все! Меня столкнули! Где он? На! Получи! Вот гад! Надо разломать эту доску. Так, да, я понял, что мне делать. Вот так, да, получилось. Где эти твари? Оккупанты, тарабарцы. Все. Тарабарца угнали и убили. Они нам все здесь сломали. Нашу. Все тут, ничего не пожалели. Думаете, мы им это простим? Ни за что, никогда. Сейчас мы найдем этих оккупантов. Оккупантов больше нет. Внимание, Тарабария убежала и не смогла захватить все. И не смогла даже установить флаг. Победа Афанасии! Афанасии! Все радостно поют и пускают фейерверки. Дело круто, мы справились. Это было просто круто. Они отказались пускать следующую войну. Волны больше не будет. Однако Афанасия готовится к нападению на Тарабарию. Ждите снова, когда Афанасия начнет полностью уничтожать Тарабарию. Афанасия сказала: пожалуйста, скажите, вы хотите простить тарабарцев? Нет, нет и нет. Так и хочется уже их убить. Мэтт, с этим согласен. Надо их убить просто. Они не должны жить, раз напали на нас. Эти тарабарцы. Эти тарабарцы, они твари. Они просто брали, как идиоты, нас, жителей. Мы тут в бедствии. Жители оставались в бедствии, потому что их дома сгорели и были разрушены. У них нет жилья. Однако, ожидайте. Мы нападем на Тарабарию. И даже этого скрывать не будем. Наша мощь гораздо сильнее ихней. Если они нас бомбили, мы их просто уничтожим. Заберем всю землю себе. Можем даже сказать, откуда будем нападать. Все планы. Нам будет плевать, как они будут знать наши планы. Мы все равно им отомстим за все. За то, что оставили наших жителей в бедноте, солдатов без еды. И еще, разрушив нам империю, пытаются восхвалить себя. Мы им этого никогда в жизни не простим. А когда победим, будем смеяться над ими всю жизнь.
Война во Фанансии закончена. Была повреждена ферма. Было разрушено 8 домов. И самое главное, это статуя Паула Джонсона, который когда-то основал эту местность. С окончанием войны!